Для того, чтобы ходить на яхте, деньги не нужны. Нужно хотеть ходить на яхте. Онлайн позволяет как бы снизить ценник, да, соответственно, эта вещь становится доступнее. И самое главное, люди могут потом в записи посмотреть. То есть это доступно, и у нас сейчас учатся люди со всего мира. Я считаю, что, так сказать, это достаточно передовые формы обучения, и думаю, что они будут очень эффективны, и они займут свое достойное место. На самом деле, какая бы школа ни была, все зависит от преподавателя. Если преподаватель нормальный, то он научит. А если преподаватель невменяемый, то он не научит. Еще должно быть понятно людям с той стороны экрана, да. Спорт – это очень ответственная вещь. Человек должен уйти в море, и он должен быть готовый ко всем различным ситуациям. Нестандартным, штормовым, уметь управлять яхтой. И он отвечает за людей. Сказал, что приходите на воду, вспоминайте то, что вы знаете. Если вы не знаете, ничего страшного, вас еще раз научат. Приходите на теоретические курсы. Если действительно реально не откроют в 2020 году границы, то мы, конечно же, найдем способы, чтобы люди прошли процесс.